Что касается соглашения, которое только что подписано, какими вы видите перспективы этого соглашения и почему именно на Петербургском международном экономическом форуме оно подписано? То есть есть ли в этом какая-то особенная символика? Дело в том, что мы давно следим за тем, как развивается проект ПИВА. У нас есть уже определенное взаимодействие технологическое по части проекта, по части использования искусственного интеллекта и так далее. Ну и у нас коллеги как раз накануне вышли на IPO, получили листинг на московской бирже, и IPO прошло успешно, это уже такая взрослая состоявшаяся компания. Вот. И из того, что я видел по их продуктам, продукт считается одним из лучших сегодня на рынке, вот. И мы, соответственно, выступаем как люди, которые занимаются тем, что притаскивают в Узбекистан лучшие технологии и знаменитые технологии, но лучшие с точки зрения качества, с точки зрения юзабилити, с точки зрения цены в том числе. Мы решили как бы объединить усилия для того, чтобы развивать это все на рынке Узбекистана, ну и дальше идти на другие азиатские рынки по возможности. Спасибо.